Привет всем, меня зовут Валентина Валенти, и со мной вот Басенька пришел смотреть, что я прикупила себе. Наконец-то сбылась моя мини-мечта, еще одна, и я приобрела себе бусинку к своей коллекции Пандоры. Итак, у меня вот такая теперь бусинка будет, гляньте. Гляньте, как мило. Да? Гляньте. А ну-ка. Бася, посмотри, Бась. Похоже, Бась, Буськ, Бусь, ну, Бусь, Бася, ну посмотри, Бась, сюда посмотри. Ой, Баське, так глаз отсветил. Бася, ну-ка. Похоже. И вторую бусинку я купила себе вот такую вот. Вот такая бусинка. И с обратной стороны на бусинке будет Ленте, как мило. Да, вот такие лапки. Вот этого отпечатки будут. Будет теперь со мной. Со мной. На самом деле, что меня удивило в этом магазине, что каждую бусинку мне упаковали отдельно. Хотя я их сегодня две покупала. Но ранее я покупала вот такой вот уже браслет. И у меня вот, вот такой браслетик есть. Да, подорки. И изначально у меня здесь были вот такие вот бусинки. Потом вот такая обычная бусинка. Вот эта бусинка здесь вот такая заклепка, видите? И здесь она заклепка, и она не дает по вот это вот, по вот этому браслету двигаться. То есть, видите, не дает. То есть фиксируется. Также у меня здесь корона, потом такая бусинка интересненькая. Это, кстати, $25. Это самая дешевая бусинка, которая у меня здесь есть. Вот это такое вот купила. Потом вот бусинка у меня тоже такая, фиксатор, который не дает двигаться, чтобы все быстро там не слипались в одну, да, и не провисало, то есть равномерно все было. Только у меня здесь камешки голубенькие, а здесь розовенькие. В общем, да, и дальше у меня мешок с деньгами, ну, как обычно, потом вот такая бусинка. Такие бусинки очень дорого с камешками стоят. Так, дальше, сейчас я вам покажу, где я своих кисюш здесь размещу. Вот я разбираю сейчас свою Пандору. Видите, здесь вот такой фиксатор. И здесь вот такая собачка. Видите, так вот внутри там сделано тоже. Там проба стоит. И вот такая вот. Потом закрою. Гляньте, я здесь кручу. В общем, собираю так, как я хочу видеть эти здесь бусинки. И Бася тоже решил помочь мне так, чтобы забуцулить бусинку, чтобы я ее здесь дома никогда не нашла. Да, Вась? Я так и думаю, что сейчас... Вот, вот Вася уже первый... В общем, надо вот эту бусинку... Баська чуть не упал. В общем, вот тут мои вот такие вот... Ну, на этом я буду рассказ свой заканчивать по Пандорке. И все, вот такая моя красотулич. Так, теперь надо еще сюда один купить. И сюда один. Че, очень много я накупила, когда тоже, наверное, некрасиво, когда так много наляписто. Ладно, я подумаю, может, даже бусинку одну сюда перецеплю. В общем, вот так. Ну, ладненько, все. Пока-пока всем. Всем пока. До встречи в следующем Баскином видео.